Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Fallout New Vegas On Some Road. Какая-то ржечка тут валяется. Это явно не наша. Так, нам надо двигаться, собственно. Боеголовочка, давайте-ка. Украсим этот мир ярким фейерверком. Ты меня бочкой так переебала, да? Приятно. Ладно, хуй с ним, переживем. Кишки. Will be carried out with the test subject fully active to reduce iteration time. It's barbaric. I've explained this to the Colonel. Just because the iBots don't have true AI doesn't mean they're just machines. I guess results are all that matter around here. Forget things like ethical procedures or humane treatment. I'm starting to have serious misgivings about leadership around here. At least I've got you to talk to, hi, Eddie? Так, ну что, продолжаем. У нас впереди еще длинная дорога. Вон он, мать. Я его даже не заметил. Это ведь был Клык. Или каких-то... Когти смерти, или Клыки смерти, как-то так. Срань господня. Ладно, пробираемся. Ебана мать. Что это вообще было такое? Гвозди? Ты чё, гвоздями отбивался? Дебил. Миссия Браун. Потом послушаем. Ладно, продолжим. Ты что за хуйня такая, а? А ну засуньте обратно, мать твою. Что-то я не увидел, что там от него отлетело, ну ладно. Да это пиздец. Вообще странная хуйня, все хотят меня сегодня поотвлекать. Что это за мудаки такие? Я таких, по-моему, в убежище каком-то встречал. Они споровики, по-моему.
да, он эксплоудил. Не? Все-таки нет? Ладно. Генка, давай помогай. Убей меня, мразь. Так, помощь. Абсолютно бестолковый у меня помощник. Дробовик мне нужен. Бля. Да они с ног сбивают. Стой ты лиги, чтобы против меня один на один выходить. Вставай, херня бестолковая. Блять. Никакой от тебя помощи, конечно. Аж пишками будем пока стрелять. Может сюда тоже ББшки поставить, или хер его знает. Но я надеюсь, эти деганы уже закончились. Потому что если нет, то... Они неприятные враги. Они не сильные, они просто неприятные. Есть что? Ну, хоть пара стимуляторов. Да пиздец. Зато водка есть. Что добавляет? Плюс одна характеристика, минус одна интуиция, плюс одна сила. Да... Силы явно водка добавляет. Линты за лентами того волны. Вода. Давайте водой. Как там это называется? Очищенная вода, да? Хорошо. Я еще, оказывается, чем-то был заражен. Но я так, правда, на всякий случай выберу. There you are. You went quiet for a time. And that signal came in strong from your machine, like a heartbeat. Запуск. Made your way through old world towns, the tunnels that join them. Now. The high road. For all you've seen behind you, there's worse along this stretch. Deathclaws hunt the marked men, and they also hunt what burrows below. Что за норы под землей? Tunnelers, predators that make their own roads beneath the ground here. Divide broke their sky, showed them the world above. And the scent of new prey. This Lord Death for the Mojave than bombs and fire. But they'll come for its people. From where they least expect. Below. Ни наука, ни выживание мне тут не поможет. Я до сих пор еще не видел подобных тварей. Хотя видел, на самом деле.
They'll start emerging throughout the Mojave in time. Might be years, probably less. They breed fast, hunt in groups, more than enough to bring down the strongest in the Mojave once they draw blood. Seen them tear apart Deathclaws. Deathclaw might get some, but the rest will swarm it, tear it apart, like Denver hounds. Ты был в Денвере? Это территория легиона. Mojave and the Divide are the only places I've walked. Walked the east too, before the bull came. Then, much like Mojave before the bear, tribes, towns, clutching to life. Bull did a better job. Ладно, куда идти дальше? At the end of the high road lies Ashton, its silo. That machine I'm with you, it can open it, wake it up, like it did the one in Hopeville. Ты питаешь сильную ненависть к моему спутнику-роботу. Это чувствуется даже в голосе. Hate? No. There's nothing to hate in metal, steel, gold. Or platinum. Your machine. It's just a tool made of wreckage of the divide. All that was brought here. Эта дорога ведет в никуда. В разломе ничего нет. Many in the Mojave think the divide's nothing but canyon and storm. Wasn't always. There was life. A town farther west. Not talking about an old world town like Hopeville. More recent. Something you saw in your lifetime. It had the name, the Divide, too. But rather than cracks in the earth, it was a road from the west into the Mojave, a supply line. Took a courier to make that road. You. Back then, you saw the road with eyes facing east. This time, the divide's in the other direction. And if your eyes try to make sense of it when you reach it, home's not what it was. Ясно. Почему ты думаешь, что эта дорога ведет домой? All roads lead back to one's home. Not your birthplace, maybe, but home. Home isn't where you were born into this world. You taught me that. Part of your message, whether you meant it or not, can be a place of mind. A moment where you know who you are, the history of it. And they can be places you breathe life into. Never would have known the divide had it not been for you. The road you made with your tracks again and again. You were the only one willing to make the journey to and from here. A hard road. Kept the land before the divide alive through seasons, storms. Can't have been just a job. Was something more to you. Don't feel for a place that hard, unless it's home. Я прошел много тяжелых дорог, в Мохаве и до нее, но это ничего не значит. It means everything. Even if you deny it, cast it aside, that speaks to what you are, proves what happened here. It was you walking that road that kept the divide alive. It grew from what you did. Settlers, camps, filling that old world city. Chance for a new nation, new beginning, new way of thinking. Could have breathed new life into the Mojave, bridging east, west, like Hoover Dam. But not old world. Something you made. Road was a supply line.
Кроме долгих 15 Махаве нет другой линии поставок. Not anymore. If one existed, the two-headed bear would claim it. And it tried to. NCR saw the worth in that road you made. Staked a claim, whether it was wanted there or not. True elsewhere in the Mojave. And where the bear tries to cling to life, the Legion comes, bearing messages. Some brought by blade, others by couriers. You knew what was coming, as sure as I know what's coming for you. This time you carry the burden. Walk west into the sun and keep walking until it dies. There, I'll be waiting. Ясно. Что ж, хорошо. Я вот никогда в этом дополнении не понимал того, что тут подается в сюжете. Конкретно то, что... вот... Блядь. Главный антагонист... считает курьеров какой-то отдельной кастой, да, возможно, это какая-то гильдия, да? Я не особо знаком с этим вопросом, но... Типа... Серьезно? Только не говори мне, что оно сейчас взорвется. А, это ты, придурок? Понятно. Открывай. Давай отремонтируемся. Это говно я не буду чинить. Так, открыть магазин. Тут только гранаты, костюмы. Броня США. Броня ликвидатора беспорядков. У меня такая же. Шлем. Да не хочу я шлем брать. Бесит он меня. Стимуляторов отсыпь мне. Ну, еще два автоматических. Ладно уж. Улучшения какие-то есть? Да нет, на фурию вряд ли. Так, вот 5.56, давай все прям, все, что есть. Патроны 50 МГ. Да маловато будет. Я думал, МДЖ будет больше, жаль. Ладно. Алое сияние. Я не знаю, нужна мне эта херня или нет. Тут у меня все нужно. А, держи. Броню Левиафана. Тоже деньги, да? Ну и ты мне еще 5000 даешь. А, здорово. Хороший терминал, мне нравится. Только ярко тут как-то все. Надо в EMB покрутить будет. В графоне. Посмотреть, что как. Исправить, может, что там можно. Вижу там бомбу. О. Показалось или действительно что-то было? Выпрыгни, пожалуйста.
Ладно, давайте двигаться. Нет, там реально кто-то ходит. Не попал. Попал. Не засуетился. Вон. Ну тогда все нормально. Отрывало, короче, ему все что было. Так, ну чё? Активация. Хорошо, продолжаем свой путь. Эта херня за мной летает. Твою мать. Хорошо, я сохранился очень даже вовремя. Угу. Я просто посмотреть хотел. Вот, собственно, посмотрел. Они на дороге, они не там. Ты смотри. Разучился я что-то на опережение вражин ловить. Надо будет еще попрактиковаться. А. Ладно. И где же вы? Неужто сверх? Не, не может быть. Не вижу. Ладно, давайте взрывать. А вот и ты. Хорошо летишь. Второй где? Ладно уж. Выходи. Выходи, я не шучу. 101, PvP. Давай. Не, нихуя. Трус. Нихуя. Бесит меня эта дорога. Сложно же вам было внизу локацию прорисовать, да, пидорасы? Ладно. Буду знать, что они там. Сразу.
сразу, ты идешь домой. Второй там за грузовиком где-то. Не, я знаю, как их достать, конечно, ну ладно. Нет, туда мне не выбраться, к сожалению. Это всего лишь камень. Ладно, давайте сохраняться. Подорвем еще раз эту блядскую бомбу. Видите, вон там он за вагоном стоит. Надо от края идти. А то у меня что-то мандражка начинается, когда они начинают на меня бежать. Сейф. Давай, пидорас, до свидания. Текстурки низкого расширения, бич. Ладно. Продолжим. Опа. Это еще же не все. Чё это я расслабляюсь-то? Опасно тут нынче на шоссе. Только дело в том, что я встречаю опасность лицом. А не так, как ты, товарищ. Yeah, all due respect, sir, I think you're making a mistake. We're close to a breakthrough with the Duraframe iBots, I can feel it. Yes, sir. Yes, sir, I understand that we need the Duraframe assets for Hellfire armor, but... От кого огня? No, sir. Yes, sir. I understand, sir. I'll tell the team to start disassembling the ED series prototypes right away. Eddie, you little rascal, were you eavesdropping again? I think those videos you watch are a bad influence on you. How much of that did you hear? Hmm. Didn't Dr. Grant say she'd upgraded your navigational systems? I think I have an idea. How'd you like to be just like Ralphie? Похоже, он был парень не промах. Ты записываешь все, что слышишь? А, ладно, продолжим путь. Я не думаю, что я буду заморачиваться с его квестом. Потому что этот бесполезный металлический шар мне не особо нужен. Но тем не менее... У него есть свой квест, его тоже можно сделать и оставить его после прохождения кампании. Как напарника или спутника, как уже хотите. Так, где мы находимся по карте-то хоть? Было бы приятно знать. Нихера себе, мы уже почти там, где нужно. Вот нам нужно, по идее, где-то сюда. И вот где-то там есть здание с броней, которое я ищу. Ладно, продолжаем путь. Собственно, мне он, ну, не нужен. Давайте ватсом пощелкаем.
Чё, засада, что ли? Давайте посмотрим. Ага. Дело все в том, что там снайпера было два. Дебил. Бля. На тебе броня этого сраного легата. Пламенная броня меченого. Вот это вот оно, да? Нихера себе, эту броню я не мог получить, по-моему, в оригинальной компании. Хорошая бронька. Ну, была бы хорошая, если бы я был ближником. А так мне на нее вообще хуй положить и забыть. Где-то мы вышли, собственно. Так, ну почти, почти на месте. Тут, как вы поняли, обитается легион. Ну, легион меченых, разумеется. Но, тем не менее, легион. Что же нас ждет здесь? Запустил. Ага, ясно. Нет, не ясно. Она во что-то врезалась или она взорвалась в воздухе? Good. You're back online. Listen to me, Eddie. If you stay here, they'll dismantle you for parts. You have to go now. I've uploaded destination coordinates for our outpost in Navarro into your system. I want you to go to the Enclave there, okay? Enclave. You understand me? It's gonna be a long journey, my little friend. You'll have to fly very far. And fly very fast. Can you do that? I know you can. Be careful out there, Eddie. Озвучка очень хорошая. Maybe I'll see you again someday. Реально, всю душу вложили, чувствуется. Похоже, это было очень нелегко для тебя.
Ладно, давай продолжать. Потому что ракета упала где-то на другой стороне разлома. Хорошо. Нам сюда ведь? Блять. Блять. Пошел нахуй. Спускаться будем. Ебать. Вообще насрать. Даже стимулятор себе шарануть не мог. Сикотно. Блять. Но еще шараш. Да, давай ремонт. Блять. Хватит уже. А, ладно. Мне туда не надо. А вот сюда надо было. По-любому, твою мать. Этот... что? Рыбоглаз? Ну нет у меня рыбоглаза, простите. Чё, ты смог? Нихера себе. Ну давай. Броню, карабин, ну и фурию. Денежки по чуть-чуть уходят, но все нормально, я думаю. Так, в магазине есть что-то новое? Броня Левиафана, проданная мной. Давайте вот возьмем дыхательную маску. А почему? Потому что... радиация берет в этих местах неплохая. Тут вроде ничего нового. Я хочу патроны посмотреть. Есть. Не, нихера нет. Жаль. Вот. Но я походу эту маску не смогу одеть прямо вот типа с беретом и очками. Ну очки, ладно, хер на них. Удача, это крита полезно. Даже берет не могу одеть, видите? Либо вот дыхательная маска.
простите, что-то я не понял. Нормально. Пацана моего, походу, кожа отбелилась. Секундочку. Я думаю, такое освещение будет получше. Не уверен, конечно, но... Что, почему он стал белым? Ладно. Сложный терминал, ну заебись. Ой. Да, запуск явно был успешным. Твою мать. Хватит уже. Давать всякие разные громкие неожиданные звуки. Бесит. Заперто на средний. Не хочу. Не хочу, потому что оно не квестовое. Подозреваю, мне нужно вниз. Охуеть, подозрел. Охуеть, подозрение, блин. Чё вы такие? Чё вы такие яркие? Вы ж под землей живете? Или я что-то не понял? Сейф. Куда-то мы таки попадаем. И где мы, собственно, находимся сейчас? Ладно, похер. Никто не знает. Это стол. Нет у пацана больше ножек. Отдыхаешь, да? Ну ладно. У этого пацана вообще уже ничего не осталось. Не, ну вы что же это видели, да? Я ж не сдурел. Бля. Да ты явно ёбнутый. Брони мне очень не хватает. Это я знаю наверняка. Причем с вами, долбоебами, она, походу, будет ломаться очень и очень быстро. Ладно. Выскочил, твою мать.
чего дальше в разлом? Какие у нас еще есть варианты? Hopeville, High Road, Ashton, tiny cracks in the earth, nothing compared to the road carved ahead. Before you, this is the edge of the divide. Ahead lies your work, the history you burned in the earth, what you brought to the people here. Я абсолютно не причастен к этому. You delivered a package, had markings that matched those in the divide. Not all, but enough. Military markings from some place the bear had savaged in the west. Maybe seeing those markings on it reminded you of home, made you carry it. Ты сказал, что я принес это с запада? It was a device, a detonator. One I'd never seen before, or heard before. You carried that thing to the divide. I know, because I followed you as you walked the road, watched you do it. You brought it here, to the community you built. And you are responsible for what happened after, when the device opened, started to speak. When it did, the divide answered back. Those missiles you've seen, buried in their silos. They exploded beneath the ground, cracked the landscape. Sand, ash, the dead. The divide skies became a graveyard. Заебись. Как тебе удалось выжить? Should have died there. But now that I know you live, the machines here saved me. I was the only survivor, or thought I was. Your package, the message inside, awoke medical machines, close to the one that shadows you, began to build themselves, then others. They only take what parts they find in the divide, never roam beyond it. Can't even leave the silos without a human to shadow. Like hounds. Maybe they saw the flag on my jacket, thought I was of America. If so, history saved me. A sign. Это посылка. Ты сказал, что на ней были метки. Что за метки? Machinery. Simple on the outside. Computer parts. Inside. More complicated. Was the only time I heard a machine speak in the divide. The only machine with a voice. Зачем мне было приносить ее сюда? I've walked the east. You've walked the west. More than I have. Circle Junction, Reno, Vault City. Word of you at Fort Aradesh. Fort Abandon. Even further west than that, Brahmin drives on the big circle. Whatever you saw out there wasn't enough to make you stay. Maybe the markings on the package reminded you of the road home. В этом нет моей вины. Я не мог знать, что так случится. If you had been there when it happened, if you had seen the divide break, you would know it. You carry death wherever you go. If the Mojave doesn't know it yet, it will. What happened here can happen again. You've already proved it. What you did in Ashton, the silo there. Я понятия не имел. Я не собирался запускать эту ракету по разлому. Didn't
stop you, though. Like carrying the chip to Vegas. Old world death in your hand. Pieces of the old world like that just need someone careless enough to take them where they need to go to do their killing. Ты хотел, чтобы я пришел в разлом? Ну вот, я здесь. Что теперь? Your roads are not done. Haven't walked it full yet. Not nearly enough. The way ahead and below leads to the heart of the divide. And there, you and I, we'll have an ending to things. Где ты? At the end of the divide, through the trenches and wreckage, that's where you'll find me. My new home, here, amongst dead men. You and that machine. Keep your eyes on the tower that cuts the horizon. You'll find your way. Made it this far. Not much farther to go. Ебануться. Чё ж тут так много точек-то? Блять, ты только не упади. Что-то я забыл, давайте-ка взорвем, если получится. Я, похоже, где-то на месте, да? Да-да-да-да-да-да-да. Надо будет только посмотреть, где находится эта броня. И мы ее, я чувствую, тут и заберем. Давай, подрывай. Спускаться мы по вот этим обломкам будем. Судя по всему, да. Порвало пацана. Меня кто-то запалил. Ой-ой-ой. Ты только высунься. Нормально порвало пацана. Хорошие эти разрывные патроны, они мне нравятся. Однозначно. Блин, я не помню, как выглядит то здание. Вот это вот оно, по-моему. Или вот то. Тут все здания такие.
убрать взрывные патроны. Или вот это. Вообще заебись теперь. Стимулятор. Очень хорошо, что я его нашел. Да что ж вы издеваетесь, что ли? Ладно, пошли. Стопэ, а как тут спуститься? Сюда, наверное, да? Dangerous. He's not dangerous. Look, he's hurt. Can we take him home, Dad? Maybe Mom can fix him. I don't know, son. What if someone comes looking for it? Please. He looks so lonely. Maybe if Mom fixes him, he can help her out around the garage. All right, boy. But if he breaks anything, it's coming out of your allowance. Yay! He'll be just like Ralphie. Only this one's not a toy. Давай, пошли. Пацанов там порвало, конечно. У кого это, ребята? У нас тут свои дела. И лучше им не попадаться. Меня на пути. Так, выходим. Наша остановка. Бля. А вот и дозорный. Разорвало парня. Так. Я надеюсь, это то место. Потому что мне бы хотелось туда подняться. Бутылочки. Хавчик. Здорово. Цвечет только край экрана. Так. Клинок запада. Армейский ящик. Нет, судя по всему, это... не тот дом. Ладно, дорогие друзья, что ж, я думаю, будем на этом прощаться. Сейчас еще проверим эту одну теорию. Ну да, не похоже. Будем прощаться, дорогие друзья, потому что, ну... уже часик подходит к концу. Собственно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Марс. До новых видео и всем пока.